Всем привет! Сегодня рассмотрим, как создавать флешечки-реаниматоры для компьютеров с жесткими дисками с таблицей разделов GPT. Вот у меня есть флешечка на 30 гигов. Ну, там 28. Но таблица разделов у нее MS-DOS. Вот я ее тут уже от нее открепил, отсоединил. Значит, теперь пойду сюда. И нажму на создать таблицу разделов. И вот здесь укажу. GPT. Вот так. Применить. Он подумает, подумает. В конце концов, вот результат налицо. Таблица разделов, значит, у нас создана. Ну, можем еще заодно отформатировать FAT32. Вот таким вот образом. Добавить и применить. Ну, теперь у нас имеется флешечка приличных размеров с таблицей разделов GPT. Дальше я перейду на Windows и на Windows покажу, как при помощи программы iBoot делать флешечки, ну, скажем так, по своему выбору, или, скажем, основные принципы создания флешечек реаниматоров на все случаи жизни. Итак, переходим на Windows. Итак, я нахожусь на Windows 10. Значит, вот у меня в папочке загрузок имеется ряд программ, которые я хочу установить на флешку. И программа, значит, iBoot Extractor. Вот я на нее нажимаю вот так вот. Соглашается. И, значит, ну что, автоматическая установка загрузчика. Да, пускай посмотрим, что тут будет. Нажимаю на ОК, потому что вот здесь наша флешка на 28 гигабайт, она, значит, высветилась. Нажимаем на ОК. Ну и ждем, когда тут она все это дело, как говорится, сделает. В меню пока еще ничего нет. Зайдем в раздел интеграции. Ну, здесь вот, допустим, Windows я выберу. Да нет, даже специальный раздел такой. И вот здесь я выберу Сергей Стрелец. Это одна из моих любимых рабочих программ, которыми я пользуюсь. Флешка создана Сергеем Стрельцом для именно починки всяческих проблем на винде. Значит, вот Сергей Стрелец. Три семь гигабайта образ занимает. Нажимаем на нее. Ну и ждем, скажем так, окончания записи
образа на флешку. Итак, пока идет запись сборки Сергея Стрельца, хочу вот обратить внимание вот на такую вот вещь, что если, допустим, у вас компьютер с новыми дисками в формате с таблицей разделов GPT, то, естественно, и флешки все нужно под это дело форматировать. Значит, программой Rufus это делается очень просто. Я имею в виду на винде. На винде, значит, запускается программа Rufus. И в ней имеется вот. У меня уже здесь выставлен GPT. Флешка не вставлена, ничего писать не собираюсь. Но при вставленной флешке там будет вариант, что еще и в формате MS-DOS. Но если уж вы работаете с дисками GPT, то вот этот формат у вас должен быть выставлен. И программа Rufus, одиночные изообразы, очень даже хорошо пишет и форматирует флешки с таблицей разделов GPT. А вот флешки больших размеров, как в данном случае, мне пришлось вначале на Linux'е при помощи программы GParted отформатировать таблицу разделов в GPT, а затем уже на винде, значит, я вот это дело и записываю. Почему? Потому что не нашел я на винде программ, которые позволяют посмотреть и изменить в случае необходимости таблицу разделов MS-DOS на GPT. Вот. Ну, долго я голову не ломал, просто в Linux взял, все это дело сделал, перескочил на винду. И сейчас вот все это дело мы делаем. Итак, запись сборки Сергея Стрельца закончилась, и теперь уже сразу можем посмотреть менюшку. Вот редактор меню, и он показывает, что сборочка Сергея Стрельца у нас, значит, установилась. Ну, можем что еще сделать? Вот в настройках выставить язык. Ну, я выставляю русский язык. Вот оно. Шрифт ставлю большой, потому что у меня глазки не очень хорошие. Ну, все остальное меня, как говорится, устраивает. Могу единственное поменять картинку по своему желанию. Снова переходим на вкладочку «Интеграция». Сейчас я хочу записать, вот программка у меня DOS есть, DOS утилиты. Здесь я выбираю программы. И в DOS программах я выбираю вот Supergroup 2 диск. У меня он есть, это этим поисковичком операционных систем я пользуюсь давно. Он у меня, как говорится, себя зарекомендовал. Ну и нажимаем на кнопочку ОК. Здесь можете дать ему любое, как говорится, подходящее имя, которое вам нравится. Ну, допустим, записалось в лед. Ну, теперь, значит, перейдем к Linux.
у меня, значит, Linux, который я ставил, и на флешке была таблица разделов MS-DOS, ставил я на GPT-диск, и там у меня там корневой раздел за 3 минуты буквально весь съедал. Это можете посмотреть предыдущий ролик, там я тоже на это обратил внимание. И у меня Linux Mint Cinnamon не работал. А если флешку отформатировать в формате GPT-EFI или вот таким вот образом, флешку, на которую можно сразу несколько операционных систем записать, то здесь этой проблемы нет. У меня, значит, имеется... Так, что тут у нас такое пишет? Что-то ему не понравилось. Ага. Вот. У меня, значит, имеется две сборки. Dpin и Cinnamon. Уже полностью мною настроенные. Поэтому я просто-напросто вот так вот открою это дело. Укажу. Ну, куда мне столько? У меня Cinnamon полностью настроен. 512. Да, название полностью устраивает. Вот пусть он там о себе и работает. Мою сборочку, которую я делал на Dpin программа SystemBug. Не хочет она ставиться, да? Сейчас мы ее поищем. Вот, сборочка Dpin. Ставим мою сборочку Dpin, которую я делал программой SystemBug на Dpin. Давайте ее поставим. Сборки веточки Debian, Ubuntu, Mint, практически все, которые понимают команду sudo apt-get install, они позволяют создавать еще и кладовочку. Арчи-подобные нет, поэтому не пытайтесь приделать кладовочку для этих сборок. Ну ладно. Итак, дистрибутив, вернее, не дистрибутив, а мою сборку Dpin я записал к себе на флешку. Практически я могу сейчас вернуться вот сюда, посмотреть свой редактор меню. Вот записан Linux Mint Cinnamon моя сборка, Dpin моя сборка. Здесь поисковик операционных систем, но русские буквы он почему-то не отображает нормально. Но в принципе все то, что я хотел для себя записать, я записал. Вы же можете ставить свои дистрибутивы, свои сборки. А кто вам мешает? Вот. Ну, давайте теперь займемся проверкой. Ну, теперь перезагрузимся и посмотрим, что у нас тут будет происходить. Для начала мне нужно попасть в BIOS и выставить эту флешку. У меня нету автоматического старта. Ну вот, UEFI SanDisk. Все-таки определила как UEFI. Я поменяю ее местами с Dpin. Где у нас тут Dpin? Вот здесь. Теперь UEFI наверху. Нажимаем F10.
И вот по. Грузится он нормально. Наиболее часто употребительные программы, которыми я пользуюсь, я говорю лично о себе. Значит, это вот восстановление из образа Acronis True Image, жесткий диск Acronis Disk Director и Paragon Hard Disk Manager. Это вот основные мои три программы, при помощи которых я, значит, работаю со сборки стрельца. Минус какой, что вот то, что предлагает Сергей Стрелец, у меня так ни разу после одной из его последних там сборок интернет не стал подключаться. Вот мы видим диск 28 гигабайт. Можем посмотреть его характеристики. FAT32, там название, размер, ну практически и все. То есть информации о том, какая таблица разделов, к сожалению, и он не дает. Ну вот. Acronis диск директор, он, по крайней мере, выдает четко тип. Вот тип GPT, 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 GPT. Или GPT, GPT, какая разница. Вот. Здесь он выдает информацию о том, что находится на диске и в каком формате диск. Ну, везде видно, что диск GPT. Ладно, поехали дальше. Перезагрузимся. Здесь я уже ничего делать не буду, потому что я установил старт с флешки. Просто нужно подождать. И вот мои Linux. Ну, Linux Mint Cinnamon. Ну, здесь также видно, что сборочка моя загрузилась. Вот я сейчас открою нижнюю панельку. На планк нажму. Вот. Во-первых, SystemBug. При помощи программы SystemBug я могу восстановить, значит, прямо вот с этой сборки все. И также есть программа TimeShift. При помощи программы TimeShift я могу все это дело восстановить. Вот. За что я люблю Debian, Ubuntu и Linux Mint. Значит, сборки дистрибутива за то, что они вот на них можно поставить программу SystemBug. Великолепная штука. Очень многим рекомендую. У меня на сайте с ней можно ознакомиться. Но очень много видео на эту я делал тему. Ну и давайте посмотрим, как грузится DPIN. Вот загрузим DPIN. Ну и DPIN тоже грузится нормально. Значит, основа DPIN, значит, на планки, вот он наверху. А сюда я установил HeraDoc. Значит, к сожалению, на DPIN программа для записи с экрана OBS Studio, она не работает. Вот как там все это дело, я, значит, не знаю. Но
ставил ее несколькими вариантами. Короче, не работает и все. Вот. Так что или программа SystemBug, System Simple Screen Recorder записывает нужное, или там, по-моему, есть еще программа у них Screencast или что-то подобное. Надо поискать там в этом магазинчике. Пишет, места недостаточно на диске. Да, без разницы. Здесь я пока все это дело поотменяю. Да, вот у них есть своя программа запись с экрана. Значит, ну вот ей нужно будет и пробовать. А ABS Studio не работает. Ну и рассмотрим последнюю программку. Поисковичок операционных систем. Я эту программу люблю, потому что она обычно в 8 или в 9 случаях из 10 мне всегда позволяла добраться до установленной операционной системы, хотя на экране было сообщение, что на вашем компьютере вообще не можем ничего найти. Но я-то лично знал, что я эти, допустим, там дистрибутивы или так далее, я ставил их. Вот. Вот эта программка. Вот надо будет, значит, в следующий раз уже по-русски ей название не давать, а давать английскими буквами. Вот, определить и показать варианты запуска. И теперь она ищет все, что есть на жестком диске. Если что-то найдет, то, значит, покажет, что она там имеет, и попробует запуститься. Вот. Ну, я могу здесь вот... Ну вот, есть один вариант цинамона, еще один. А здесь зацепило. И сейчас у меня уже мой цинамончик будет грузиться уже прямо с жесткого диска. То есть вот такие вот полезняшки, значит, я вам рекомендую. Привет! Я это называю, скажем, флешка-реаниматор. Вы туда можете, как говорится, навставлять чего угодно. Вот. Какая разница? Заодно можем посмотреть свойства. Можем просто вот так вот взять, посмотреть свойства флешки. Вот, 31 гигабайт даже пишет. А занято всего 19, еще свободного места, вон, чуть меньше половины. Вполне прилично. Так что, значит, вот такие вот нюансы. И когда Linux Mint Cinnamon я пытался поставить с флешки, которая, у которой таблица разделов была GPT, вот тут-то у меня корневой раздел раздувался за 5 минут, там сразу там доходило все до нуля. А когда я записал Mint на флешку через Rufus GPT у EFI, то у меня все нормально записалось, все встало, все настроилось и работает нормально. И мой любимый цинамончик, как говорится, всегда со мной. И мои любимые, значит, там программы. Кстати, вот опять-таки SystemBug, TimeShift. Ну, все нормально встало, все нормально работает, все нормально восстанавливается. Так что я всем рекомендую. Вот сейчас покажу еще нюанс по разметке жесткого диска. Значит, вот посмотрите. Значит, первое. Если у вас диск GPT, ну, у вас и должен он быть GPT. Первая система у меня была официально установлена, значит, производителем. Я винду не трогал, потому что места у меня на SSD-диске достаточно. Я поставил Linux. Ну, что я сделал? Ну, сделал своп по размеру своей памяти. Пошли дальше. Сделал уже для Linux Mint Cinnamon вот файлик. Загрузочный boot EFI.
512. Хотя заняло все это дело 12:45. И вот здесь идет интересная такая штука. Винда была установлена, Цинамон поставил. Естественно, он в своем загрузчике видит себя и видит винду. Третьей системой стала Дипин. У Дипина очень красивая менюшка. Я вам ее чуть позже покажу. Дал под нее 400 мегабайт, а она заняла место даже меньше 1 мегабайта. А это вот сколько я выделял под корневой и домашние разделы. Вот отсюда можем посмотреть еще раз на флешку. Вот она. Сколько, значит, использовано общий размер и сколько свободно. Свободно даже больше оказалось пространство. То есть резервы даже на 30-гигабайтной флешке есть. Вот. Ну, и на закуску, значит, хочу вам сделать вот такой нюанс, что самое красивое меню у Дипина. Поэтому я его и поставил последним. Ну, теперь давайте я выставлю загрузчик Дипина. Вот он, красавчик. Вместо сандиска. Shift плюс Dpin Shift плюс. Вот он встал на первое место. Теперь нажмем F10. Yes. И вот такой красивый загрузчик Дипина. Первым я выставил цинамончик, Дипин. И чуть пониже вот винда. То есть все операционные системы, как говорится, на месте и, скажем так, все работает. Ну ладно. Значит, остальное я буду делать уже монтировать на цинамончике видеоредактором. А вот основные принципы вы, значит, уже теперь знаете, как работает поисковик операционных систем, как с флешки грузится все это дело. И ничего страшного в этом. Привет! И ничего страшного в этом нет. Ну, самое главное, что просто хотелось вот донести мысль, что если у вас уж, как говорится, купленный вами или приобретенный вами компьютер имеет диски GPT, то и флешки, реаниматоры тоже должны быть или иметь таблицу разделов GPT. Вот. Ну, желаю вам всяческих удач, всего наилучшего и до новых встреч.